Сторонники перехода на единый часовой пояс призывают казахстанцев не паниковать. О том, что с весны вся страна начнет жить по одному времени, правительстве сообщили неделю назад. Однако не все восприняли эту новость с энтузиазмом. Главным образом сомнения возникли у жителей Восточного Казахстана и Алматы. С 1 марта казахстанцы начнут жить по времени, который действует на западе страны. Сейчас стрелки в Актобе, Атырау, Актау и Уральске показывают на час позже, чем в остальных областях. Жители восточных районов сразу же заявили, что их это не устраивает, ведь теперь светать и темнеть у них будет слишком рано. Однако эксперты, а это ряд ученых и исследователей, убеждают, что переход на единый часовой пояс экономически обоснован. По их мнению, это устранит временные барьеры между жителями регионов, улучшит координацию транспортной системы, а также госорганов и экстренных служб. Серьезные плюсы со временем ощутят и рядовые жители, считают разработчики. Мы убираем недосып у людей, в том числе у детей, которые рано утром выходят, например, в 6 часов данное время, а по географическому времени 5 это. Поэтому на час мы можем выиграть время сна.